Друзья, приветствую вас на канале Сибирь38, с вами Иван. Сегодня, значит, пришел в гараж собрать посылки. Трем подписчикам, которые попросили, я с радостью отправляю рыбку. Вот. Три посылки поедет, значит, посылка пойдет в город Москва Андрею и его брату Евгению. Вам привет огромный из Сибири. Положу бонусом кедровые орешки, немного, ну, там, пощелкать хватит. Вот, собирали, нынче били сами, орех был, отправлю. Вот, значит, вложу вот такие наклейки от канала Сибирь38, ну, с логотипом, ну, где-нибудь приклеите. Ну, как на память, за подписку, спасибо. Итак, далее, значит, вторая посылка пойдет в город Иркутск, это Федору. Федор из Иркутска, он подписан, постоянно пишет комментарии под каждым видео. Федор, тебе привет из Братска. И третья посылка пойдет в город Усть-Кут Иркутской области, это к Игорю. Постоянно смотрит нас. Игорь, тебе тоже огромный привет. Вот, ну все, ребят, начинаем упаковывать. Взял вот такие небольшие картонные коробки почтовые. Ну, сейчас сколько войдет, по максимуму постараюсь уложить рыбку. На почте приобрел вот такие картонные ящики, коробочки, как они называются. Сейчас будем укладывать. Значит, рыбку заверну в бумагу. Рыбка потрошенная, свежий улов, отлично провяленная. Некоторые по хребту у меня почищены, некоторые через брюшко. Ну, как-то вот так вот попробую завернуть сейчас. Так укладываю орехи и вот так вот сверху положу наклейку. Ну что же, первая посылка упакована. Упаковываю вторую. Окунек свежий, вяленый, такой не сильно сушеный, само то, ребята, если пиво любят с пивком, да и так погрызть сибирского окунька. Много, ребят, но я думаю, вам будет приятно. Так. Немного орешков. Наклеечка. Обязательно, ребят, жду ваших комментариев. Под этим видео, как получите посылку, отпишитесь, пожалуйста, как понравилось, как все дошло. Итак, вторая посылка готова. Для себя я тут ставлю пометочки.
Так, упаковываю третью посылку. Снял прям с крючков рыбку. Сейчас покажу. Вот тут рыбка вялится у меня осталась еще. Вот, а так я уже показывал, как я здесь ее вялю. То есть посолил, вот здесь развешиваю рыбу, и она у меня здесь потихоньку сохнет. Ну вот, постарался по 20 штук уложить. Бумагу для чего заворачиваю, чтобы как бы маленько, может, запах чуть-чуть на почте, если что, ну, в общем, не пробивало. Вот такие гостинчики. К 23 февраля, может, парни придет вам, так. Так, сюда орешки. Наклеечка. Ну вот, третья посылка готова. Вот такие три. Вот такие три коробочки поедут. Две в Иркутскую область и одну в город Москва. Все, едем на почту. Все, друзья, приехал на почту. Идем отправлять посылки. А до Москвы быстро дойдет? Москвы, если надо быстро, кстати, там цена ЕМС-ка, она почти такая же, как и эта. Да. Катя, посмотришь Иркутск, здесь в Москву посмотришь, в Иркутск принимаешь, да. Иркутск, вот, по-моему, Иркутск, там, в Усть-Куть. Там больше ничего нет. Так, ценности нет, Москву, да? Москву можно... Да, нет. Москву можно ЕМС-кой. Но цена одинаковая, да? Сейчас она тебе скажет, там на 200 рублей, наверное, разница. То есть дороже. Да пусть катится просто. Ну, она все будет первым классом катиться. Ну, хорошо. Давай, я могу тебе открою. Да, друзьям, подписчикам вот отправляю посылочки. А что отправляешь-то? Ну что, рыбу, что? Ну, бесплатно, конечно. Ребята попросили, чтобы смотрели наши ролики. Вот, вот видите, вы в ролике участвуете. Ну. А, давай я покажу. Давайте. Вы еще не подписались на канал, что ли, Сибирь 38? Нет. Я вам наклеечку принесу. Я вам давайте наклеечку сюда принесу. А что толку-то, что тебе показали? Ты заходишь туда? Ну, а чё? Я каждый раз смотрю, когда новые видео приходят. Вот. Посмотри, есть новое видео. Через 20 дней. Интересно же. Кто этим занимается, да? Я мужу показала. Если бы не видел. Чё, про чё, про гараж? А? Про гараж или чё? Нет, про это, про рыбное. Про рыбалку. А? Ну, ну. Пешкодря ходит, да? А, вот здесь недалеко? Ну, у меня зять сюда ходит тоже. К 23 февраля парням. Чё? Говорю, к 23 числу парням. Да. Ну, а чё, к празднику, ну? Молодец. Пивка попьют. Привет передадут. Наверное. В Звездном другая рыба, говорят, это хариус, линок, ну вот, окуней нету якобы. Ну ладно, спасибо, все, до свидания. Ну все, друзья, отправил посылки, всем пока. Вы, пожалуйста, ребят, отпишитесь, как получите посылки,
в Иркутск, Усть-Кут, Москва, всем привет. Все, заходите на канал Сибирь 38, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Пока, увидимся.